нимбом. Тема сегодняшнего заседания нашего клуба — 10 аргументов против Унири. По правилам нашего клуба, мое выступление должно уложиться в 3 минуты. Я надеюсь, коллеги меня не побьют, если оно займет меньше времени. Потому что для меня единственным аргументом против ликвидации республики, государственности Республики Молдова, объединения с Румынией, это прямая ликвидация государственности является, как бы это пафосно ни прозвучало, чувство патриотизма, чувство любви к этой стране, к этому народу. Я не являюсь этническим молдаванином, но тем не менее я вырос в этой среде, и я люблю все, что связано с этой землей, с этим народом. Поэтому, извините, я буду сегодня краток, но для меня единственным аргументом против ликвидации государственности Республики Молдова является мой патриотизм. Спасибо.